Ребята, всех приветствую на канале. Сегодня поговорим, как обновить iTunes. Если вы, кстати, еще не установили iTunes, в описании под видео будет ссылка на то, как установить iTunes из магазина Microsoft Store, а также как загрузить iTunes официально с сайта Apple. Итак, если вас интересует вопрос, как обновить iTunes, обязательно подпишитесь на мой канал, оцените видео лайком и поехали, ребята. Значит, первое, в зависимости от того, как вы установили iTunes, такие будут пути обновления вашей программы. Смотрите, у меня сейчас открытый iTunes, который был установлен из магазина Microsoft Store. Если зайти на вкладку «Справка», здесь нет «Обновить iTunes», нет такой вкладочки. Что же делать в такой ситуации, как обновить iTunes? Кстати, давайте сейчас посмотрим об iTunes, номер версии 12.10.8.5. Что же делать в такой ситуации, спросите вы. Для этого, друзья, заходим в пуск и ищем такую программу, такое приложение, как Apple Software Update. Оно устанавливается автоматически с установкой iTunes. Вот оно, Apple Software Update. Открываем его. Сейчас идет проверка наличия новых версий. Если будет доступна для скачивания новая версия iTunes, эта программа вам покажет. Как видите, новых версий iTunes нету, есть только обновление iCloud, но мне оно не нужно. Как же настроить автоматически обновлять iTunes? Для этого заходим в «Правка», «Настройки» и здесь выбираем, с какой периодичностью вы хотите настроить автоматическое обновление iTunes. Ребята, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, для чего вам нужно обновлять iTunes. Будет очень интересно. Итак, второй вариант. Если вы скачали iTunes из официального сайта Apple, тогда здесь чуть-чуть по-другому. Если зайти на вкладку «Справка», мы можем найти обновление. Запускаем его, идет проверка наличия обновлений. Как видите, данная версия iTunes является актуальной версией. Таким образом, здесь чуть-чуть быстрее идет проверка наличия обновлений и чуть-чуть проще обновить iTunes. Кстати, давайте опять же посмотрим номер версии iTunes 12.10.8.5, такая же, как и при установке из магазина Microsoft Store. Ребята, таким образом вы можете обновить iTunes, независимо от того, как вы его устанавливали. Надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, есть вопросы, пишите в комментариях. Всем удачи и пока-пока!